Так, давайте отправимся в Зазеркалье, сходим. На что-то. Такс. Создание предметов. Можно сделать теперь снайперскую винтовку. О, это снайперская винтовка. Снайперская винтовка и снайперской винтовки вы можете точно попадать в цель на большом расстоянии благодаря ее мощному оптическому прицелу. Пригодится в тех случаях, когда вам не хочется марать руки. Да, чтобы раздобыть детали для снайперской винтовки, нам пришлось слишком сильно попотеть. Очень дорого нам обошлись. Так, 305 у нас запчастей, деталей. Ну что, давайте. А, тут 400, тут 800 вообще. Ни на что не хватает. А на дробовик 240, отлично. Хватает. Давайте дробовик улучшим. Так, посмотрим, что у нас по гелю. 3000. Ладно, геля мало. Еще покопим. И теперь что? Отправимся по сюжетному сигналу, по сюжетному заданию. Посмотрим, что там за голос девочки. Давайте. А, кофе. Зарядимся. Там вот эта тварь ходит. Да ну нафиг. Чего вы все проснулись-то? Кажется, у кого-то проблемы. Эти твари убьют ее, если я не помогу. Ну чтоб вас, а? Не дают спокойно. Так, где же тут вход-то? Куда же она убежала? Thank you.
Нифига не вижу, куда она убежала. Эта женщина. Вот, похоже, сюда, наверное. А нет. И здесь мы все равно не были. Порох. О боже. Ну черт. Черт, опять эта тварь. Что делать-то? Жесть какая-то происходит. Так. Ну давайте отправимся туда. Не дают нам, никак не дают нам по заданию пройтись. По основному. Что, женщину мы уже, наверное, так и не спасем. Заперто здесь. Дело номер 15. Ой, сейчас что-то будет. Запрос на обследование. Дата 17 ноября 2014 года. Детективу и сержанту Кастеланусу. В связи с событиями октября 2014 года в психиатрической больнице «Маяк» вам необходимо пройти обязательное психологическое обследование. Так, обратитесь в отдел проверки и обучения персонала для назначения времени проведения оценки служебного соответствия. Дуайн Райт, полицейская психологическая служба. Приписано от руки. Себастьян. Все нормально, просто надо будет проставить всякие галочки и ответить на пару вопросов. Это стандартная процедура. Джим. А это тут откуда? Ha!
Так. Что-то дверь была приоткрыта. Телевизор заработал. Дело номер 15. Интервью с детективом Себастьяном Кастелансом. Детектив, расскажите о том дне в психиатрической больнице «Маяк». Я уже 10 раз рассказывал. Давайте еще разок. Это скорее допрос, чем интервью. Прошу вас, детектив. Это я. Да, что за жесть-то происходит? Отчет об обследовании вверх. Протокол 15. Психиатрическое обследование детектива Себастьяна Кастеланоса. Все подозрения в причастности к исчезновению детектива Оды и помощника детектива Кидман с детектива Кастеланоса снято, однако его показания об инциденте в психиатрической больнице «Маяк» размыты и путанные. Так, первоначально детектив Кастеланос отвергал идею обследования, но постепенно рассказал о произошедшем в тот день. По моему профессиональному убеждению, он страдает параноидальным расстройством. Недавняя гибель дочери в сочетании с тем, что случилось в «Маяке», исказила его видение реальности. Рекомендую детективу Кастеланосу. Нижняя часть оторвана. Меня направили на терапию. Так. Заманали. Это был кошмарный сон, плод вашего воображения. Это был не сон. Я был внутри сознания убийцы, настоящего, как вы и я. Возможно, но какой прок цепляться за эту версию реальности? Может, если признать, что это был сон, все станет легче для вас. Пытался ли он меня облапошить? Или знал что-то, чего не знал я? Вы не удержите меня здесь. Да ну нафиг. Попали в маяк, что ли, обратно.
Опа, слайд. Кстати, да. Мы же в прошлый раз тоже нашли. Маяк? Не мог же я вернуться. Друзья, хочу еще заметить, что появились полосы сверху и снизу черные, как в первой части. Джозеф, что ли? А, нет. Что это за чертовщина? Это просто воспоминание? Что тебе нужно? Себастьян, ты в порядке? Твои показатели вдруг скакнули. Ты был на грани остановки сердца. Я видел маяк. Я опять там был. Как это возможно? Это же совершенно новая СТЭМ. Я не знаю. Но я знаю, что я видел. Только бы это не повторилось. И так все отвратительно. Но я не хочу переживать прошлый кошмар снова и снова. Этот мир пытается меня запутать. Нельзя отвлекаться. Нужно найти Лили. Так, друзья, смотрите. Пациент из психиатрической больницы «Маяк». Та же роба и знак маяка. Попахивает отсылочкой к первой части. Ну что? Я думаю, на этот раз дадут нам дойти до основного задания. Блин, а там целая куча этих. Да как-то их обойти. Не хочу я с ними встречаться. Просто их там кишит. Блин, из-под машины еще вылез. Здесь мы сможем пройти их, обойти стороной. Трупешник. Да ладно, неужели получится? Чуть не понял, куда они там все рванули-то?
Это была Лили? Лили! Ты здесь? Это я! Куда она пошла? Не нравится мне это, не нравится. Лили, все хорошо. Это я. Так, спокойно. Как попасть внутрь? Игрушка? Это ее кукла. Лили была здесь. Господи, она в беде. За нею гонятся. Нужно посмотреть снаружи, куда выходит это окно. Так, получена кукла Лили. Ищите улики за рестораном. Главное, чтобы никто не вылез тут. Да будут нам тут и улики, и кирпичи. Ладно, Лили, куда же ты убежала? Еще сигнал. Хорошо. Я иду, милая. Держись. Нет, ты... О, теперь обратно возвращаться. О боже, нет. О, черт! Это что еще? Черт, патроны кончились. Да пипец. Блин. Ух ты, тварь. Ч
Черт. Так, один труп. Блин. Текс. Так, давайте-ка сделаем что-нибудь. Что-нибудь. Патроны для дробовика. Один, что ли, можно всего сделать? Ну, пипец. Да болты тогда. Тоже один. Фу. 1000. Так, заберем электроболт один. Ой, не электроболт, а взрывной болт. Что-то я от этой напряженки вообще все путаю. Так, по-моему, еще один пропустили. Ну ё-моё, как ты здесь вообще оказался? Чё, удрали от него, нет? Еще разочек. Где ты? Снова следы появились. Кровь.
Не меньше пары дней прошло. Надеюсь, это не кровь Лили. Да чтоб вас, а? Так. Есть что? Один патрон всего. Ну ладно, что. Здесь тоже нет. Да что ты? Так. Возьмем траву. Слава богу. Так, куда же на этот раз? Похоже, она тут пряталась. Наверное, побежала на склад. Умница. Там наверняка есть где спрятаться. Итак, на склад. Мы тогда так и не попали же, да, сюда, на склад? О! А, что? Лили? Да, там было... Лили! Там было заколочено у нас. Черт. Лили! Звук шел сверху. Наверное, она тут пролезла. Надо попасть внутрь. Она смелая и сообразительная. С ней все будет в порядке. Надо только ее найти. А в прошлый раз ты не мог так оторвать, а, дверь? Не дверь, а доску. Проклятый.
Всякие штучки нашли. Блин, взрывной болт-то никак не сделать, да? Зато можно сделать одну аптечку. Да чтоб вас, а! Свалил куда-то. Черт. Ах ты. Отвалил. Блин, еще и места мало тут. Как он меня напугал-то. Электроболт. Ой, не к добру это, а? Ой, не к добру. Так, отделение ядра. Касательно, внутренний отчет. 15.01. Сегодняшний инцидент, вызвавший сейсмический толчок. Так. Сейсмический толчок. Где тут я потерял, блин? Система зафиксировала соединение ядра. Для предварительной разведки отправлена поисковая группа. После потери связи отправлен отчет в штаб-квартиру Мебиуса. 16.32. Слит ряда потерян. Есть небольшие неполадки. Серьезные структурных нарушений нет. Жители начинают звонить в экстренные службы. 18.03. Ядро все еще недоступно. В районе мэрии наблюдаются небольшие трещины. Жители сохраняют спокойствие, но напряжение растет. Теряем контроль над атмосферой. Температура стремительно снижается. 23.00. Еще один сейсмический толчок. Трещины у мэрии становятся опасными. Если ядро не будет обнаружено, распад неизбежен. Группа Альфа прибыла на место для поисков ядра.
Такс. Можно электроболт сделать. Дымовой нам пока не нужен. И обычный сделать. Так. Мы взяли улучшение там. Для дробовика. Третий уровень можно открыть. Еще одна кукла. Где же Лили? Ух ты, патроны для дробовика, для пистолета. Это он. Убийца с камерой. Этот сукин сын схватил мою дочь. Я опять опоздал. Черт! Успокойся. Думай. Мне нужно ее спасти. Коммуникатор больше не ловит сигналов. Нужно искать по-другому. О, Нил. Не знаю, можно ли ему доверять, но он хочет отсюда выбраться, а я найти Лили. О, Нил, это Себастьян. Ты меня слышишь? Себастьян, ты? Тебя слыхаю. Черт, да что ж такое? Может, снаружи будет слышно? Порох. Это что? Какого черта? Вот-вот. Рэндалл Фиг. Можно тупо залезть. Thank you.
Улыбнись мне. Вот ты где. Но где Лили? Нельзя дать ему уйти. Эй! Ты! Девочка! Где она? Только не они, нет. Твою мать. Черт. Давай, 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 беги, беги. Ну иди. Черт. Быстрее, быстрее. Что за жесть-то, блин? Сдох, нет? Сдох. Фу. Один есть. Косой, блин. Ох ты, козел, а. Блин. Везде засада. И чё она не взорвалась-то?
Yes. Черт, снова ушел. Надеюсь, я смогу связаться с О'Нилом. О'Нил, это Себастьян. Ты еще жив? В смысле, ты жив? Хорошо. Ты нашел ядро? Нет, но я видел, у кого оно. У этого гада просто невероятная сила. Но я упустил его. Ну, с этим я могу тебе помочь. Я засек одну новую частоту. Ее источник в мэрии. Отлично. Где это? Посмотри наверх. Видишь здание с часовой башней? Да. Это оно. И как, черт возьми, я туда доберусь? Так не расскажешь. Возвращайся, я объясню. Хорошо. Уже иду. Так, поговорить с О'Нилом. Да. Что за жесть-то? Не отметили, блин. Это вообще пипец. Друзья, не играйте на кошмаре. Мой вам совет. Нервы будут целее. И топор есть, оказывается. Хоть здесь никого нету, то радует. Сохранится, я думаю.